Ну, хули поделать. Можно разойтись просто. Как вариант, а можно сходить что-то полезное поделать. Ульда Карахэм. Короче, я на кого-то нас буду засосать. Ты стреляй. Настакивай. Короче, с разрушителей сначала начинайте, в них садитесь. Так как ДПС это самое главное. Вот а по остаточному принципу осадки, а мотоцикл вообще не трогайте. Кто в осадках, в пушках сидит, вы это в основном сбиваете, эти коучи, да, на вашу задачу. Берите разрушители, заезжайте сюда. Ну, я вроде как не буду, пойду садиться. У меня вроде никого не сидит. А чё вы едете пешком, блядь? Там есть телепорт. Сейчас они спросят, где? Да, весело с вами. А чё гномы уже ходят, как будто этого убили? Кого убили? Гномы, видишь, ходят, они начинают ходить только когда этого убиваешь. А тут уже... Не, не всегда ходят. Так, кто-то там мофнулся, да? Султан зайдет, нет? Да, 17 человек всего лишь сидят в Дисе. Остальные считают, что они выше Ульды, что хилы это мусор. Наверное, может быть, рейды без хилов попробовать пособирать. На самоотхиле, да? Да, на бинтах, там, я хуй знает. Раз люди думают, что хилы это не люди, что они выше этого. Да, это не для них придумано. Да, наверное, это сложный инст. Действительно, требуется там 800 тысяч IQ. У нас-то и выше 20 ни у кого нету. Так что, блядь, шансов очень мало. Так, Шектор едет. Злобным друлем на трофейном разрушителе. Зачем вы туда ездили, я не понимаю. Просто так, наверное, да? Не знаю, он катается туда-сюда. Мы вообще-то пришли боссов убивать, а не у первого босса стоять. Не знаю, почему вы так делаете. Вообще злобный, не могу понять. Ты что так делаешь? Вот таким. Заезжайте в комнату. Закатывай туда. Где вы находитесь вообще? Да вот он. Давай, закатывай за колонну, а то сейчас... Ровист, ограда... садись в разрушитель. Зачем ты сел в мотоцикл? Сколько у нас разрушителей? А где разрушители? Раз, два, три, четыре. Все места забиты вроде. Пятый где еще? Пять. Вон сзади. За стенку зайди, блин. Все, не зашел. Блядь, гений. Что там делать было некуда. Так, кто у меня там пассажир? Сейчас я тебя... Топа. Уважаемый Топа, выбери, пожалуйста, синюю банку колчедана... Левой кнопкой мыши и нажми крючок. И еще раз. Чтобы было 50 энергии. Чтобы я мог выпустить 10 бочек колчеданов босса. И когда это значение будет 25, обнови еще колчедан. Чтобы я не мог поддерживать доту на боссе. Иначе если... Да я знаю это, блять, все. Вот. Смотрите, мотоцикл. Ой. Бейте в жопе. Осадная машина уезжает, но рывок у нее КД. Поддержим пацана. Давай, вперед, езжай, ты сможешь. Как в фильме про Терминатора. Ты что, мне ускорение дал? Самое главное, это обновляйте 10 стаков колчедана. Иначе ваш босс... иначе ваша машина... не будет наносить урона, и босс никогда не умрет. Вот сейчас только я и еще кто-то поддерживает стаки. Три только. Вот три только вижу, да. Вот появились синие лучики, с них, наверное, лучше выехать. Иначе будет хуево. Не знаю, что делать. Огонь запер меня. Очень опасно здесь находиться. Так, обновил стак. Вот за мной едет синий луч. Он остановился. Я уезжаю от него.
хорошо, слава богу, он меня не заморозил. Чуть не проебал стаки. Почти проебал. Вот смотри, остановился синий луч, я с него выехал. Да, я чувствую осколок Валнира внутри этой большой машины. Да нихуя ко мне. Смотри, я прям говорю, что чувствую. Надо обновить. Обновить стак еще раз. Нажать на Войда и сделать лут ответственный. Так. Доезжает до меня луч, останавливается, и я выезжаю с него. Прям как... Сука, я проебал стаки. Ёбаный в рот. Нет, только не это. Стреляем на весь колчедан, что есть. Все, победа. Мой последний удар был финишем. Да, походу... Опа, кузнечка. Походу и ХМ можно делать с таким. Сразу едем на робота. Все. Сегодня сразу на робота поедем. Да, блядь, сколько там УД, блядь, миллион, что ли? А можно рецепт Линкрену? А может на ролл? Давай на ролл. Линкани объяву сделай. Ладно, давай попозже паролим тогда. У нас такое дело, сильно задерживаемся все равно. Давай. Так что давай потом, наверное. Заберу все, продам на ауке, так что можете мне даже не доверять. Так, защита мне. Тата эти запы я носил на танке. Они были бисы. Ты на робота идем? Что? Да, на робота сразу. А что, двух пропускаем? Да, убьем в конце или вообще не будем убивать. Ульда это такой противный инст, что иногда подташнивает, и поэтому долго находиться в ней невозможно. Из-за того, что у людей, ну, вот, например, ВП Султан вылетел куда-то. Наверное, ему не надо ИП, давай его кикнем. Вот так лучше. Остается всего 20 человек. Покорители Ульдуара. Да, придется... Он людям вообще ИПшка не нужна. Так, ну тут есть мобы, я побью их, пока вы там постойте. Посмотрите, как я справляюсь в одного. Если хотите, конечно, можете подамажить, но я все-таки и один справлюсь. Вот появился купол, это потому что по технику не дали. Не дали стан по второму. Ну тут все равно уешится очень быстро. Поэтому можно забить хуй и нихуя не станет, ничего не делать. О, бидон плюсанул. О, отлично. С бомбидона. Вы тут это. Ой, поставь зеленку, чтобы было по рову. Зеленка по рову. А это как-то отдельно надо или как? Просто ну, групповой. Ну просто все на ролл поставь, что потом на боссе поменяешь, что будет. Я групповой поставил. А тут там вон поврежденка. Ага. Туда надо спиздить ее. Чуть-чуть бы докастовался взрыв. А киса можешь Бывает. пока венха, я тебя с бидоном свичну. Так, сумануть бидона не представляется возможным. Да, придется ему лететь. А пока он летит, мы, наверное, убьем босса. Пошли бить босса. В ХМ-ке. Да, в ХМ-ке. Придется так и быть. Я думаю, это не тот инст, в котором надо стоять, смотреть в небо. Тут, конечно, красиво, но лучше, конечно, побыстрее его проходить. А то, как гласит пословица, здесь мужскими членами воняет. Так что лучше побыстрее избавиться от этого фиолетового инста. Вот, сердце. Давайте Геру попробуем его зергануть. Может быть, получится запустить ХМ-режим. Если не получится, то тогда придется не делать ХМ-режим. Вот злобный сдох. Наверное, он просто нуб. Не умеет играть. Все понятно. Да. Запустился ХМ-режим все-таки. Это означает, что рейд достойный. Может, даже йога убьет. Может и нет.
Подушечку. Так, подушка. Блять, не очистил рекаунт после этого, после Левиафана. Не знаю, настоящий ДПС. Какая-то просадка по ХП идет большая. А, сдох ультрадру. Ладно, злобный, поднимай ультрадру. Ну, а Мэтфок стопу поднимай. Надо его захилить еще. Ставьте тотемы. Подушка может ставить тотем. А там Акиса в хиле поставил. Блять, плохо он в одной пати. Четвертый. Один. Так, престов нету, да? Гимна ХП дать. Понятно. Ну тогда просто Вадикон залей там Акиси. Мэтфокс по подушке. Ну а Равист Шектору залей. Нормально будет. Верно. О! Хуяк. Это что-то было страшное. Это, наверное, была черная метка в рейде, да? Угу. Да, вижу. Это подушка не вынес. А, синтек не вынес. Синтек не вынес. Неправда. Она я ультрадру любил. А, посмотрим тогда. Посмотрим по дону. На ультрадру было, да? Ультра. Я вынес просто в прыжке, и она кинулась на это, на синтек. Нет, это не она кинулась, ты ее не вынес, а поздно пошел выносить, и поэтому убил 5 человек. Это кинулся ты. Да. Так. Кинь дагер на крафт, в этот раз. Нажимайте, что вам надо, там тыкайте. Я, короче, кубик нажимаю. Если надо кубик нажимать. Бой висит. Бой, да, пока лужа будет. Забегите, ребята, вы там рядом и почините заодно. Там и тэпнитесь. Чинилка, кстати, в начале инста есть. А что, у нас там никто не прибавился? Песа говорил, вроде зайдет, но что-то пока нет. Бля, что за комбо-царан? Ну и не говори. Лужа висит. А, вот это? Угу. А как она может меня в бою держать, если я даже в нее не заходил? Она такая коварная лужа. Вот это лужа, блин. Тирус. Интересно, она дамажит? Ну да. Кто в бою еще? Ультрадру реснишь, короче. Так я в комбате. Есть комбат? А, все, ушел. Вот, видишь? Теперь ресни меня. Какой я комбат висит? Не, я умер просто. Я отдал этот диван. Че, ну заходите в лужу, я порезаю. А, вы пока там разбирайтесь с лужей, мы тут дальше пойдем, короче.
Ну, боешки посыпались. Нужно. Потом. Синдром друида, да? Все нужно. Это же это говно. Пожрем рыбу. В каком порядке? Ну, обратно. Мы ж убивали большого последнего, теперь наоборот. Большой последний это ХМ. Надо ХМ делать, чтобы осколок выпал. А, ну да, кстати, в ХМ. Можем не большого последнего убить, а среднего. Это тоже ХМ. Средний, да, последний, то вообще пизда будет. Ну, да, это весело. Это полу ХМ. Ну, поскольку оно засчитывает как хэ. Короче, шанс дропа больше, да? Да. Попробуем среднего, иди последнего, но мне есть. Кажется, мы вайпнемся. Там просто появится фиолетовая лужа, на нее дадите АОЕ и все. Зальете там грозу. Че, мне среднего отдельно водить? Да. Или двоих брать, короче, и водить их отдельно, а ты заберешь. Ты просто большого бери и все. А, хорошо. Сначала мелкого, потом большого убьем, потом среднего. Все, поехали. У кого-нибудь фласка ДДшная есть? Да потом выпьешь, другой раз. Сейчас не надо еще. Мелкого или большого? Мелкого. Буревестник Бурундир называется. Мелкий белорус такой. Его надо убить. Подушка, тебе надо скоростью разогнать чайник, чтобы у тебя 1 секунда было. Все. Так, давай, синяя руна появилась. Видим. Больше ничего не надо. Не знаю, блядь, походу руну задевает, а вот так, нормально. Я кап не знаю у шамана, да, 1 секунду. Ну сколько там, 1000? Сколько? 1600 надо? 1400 вроде. Вот, подскажи. Ты набираешь все, а потом... Теперь большого объем. Заклинило. Большого объем, большой. Какой-то гусь бежит за мной, Биг Дэн. Кого объем? Маленького? Там спрашивают, кого объем. Сука, Биг Дэн бежит за ним, ебашит его там изо всей дури, блядь. Руна, быстрее. Сейчас зеленая появится, разбегайтесь. Смотрителики не выбежали с руны. Вот так вот. Понятно все. Ладно. Водикон ресай. Сами уже кого-то порезали, да? Ну понятно. Маги, спиздите щит со среднего потом. Все, сейчас зеленая и появится скоро фиолетовая руна. Стойте на РНЖ все вокруг босса. Когда фиолетовая руна появится, от нее сразу убегайте и дайте туда ОЕ. Всякие звездопады, грозы, этот, ледяную бурю маговскую. Сейчас готовьтесь. Скоро будет фиолетовая руна. Называется руна... Вот она, руна призыва. Бегите оттуда, бегите. И этих мобов замедляйте. Если они до вас дойдут, они убьют вас. Они наносят урон. Я говорю, домашние мобов, вы не слышите, что ли? Ой, бомжи, блядь. Блядь, РДД на... А я просто люди невменяемые. Наверное, вы не в Диссе, да, находитесь? Бомжи, блядь. Для чего сидишь, пиздишь? Наверное, просто так, да? Понятно. Ну, блядь, нахуй вы там встаете, блядь. Это пиздец. Это пиздец. Так, назад выходим все с инста. Выходим обратно с инста все.
Выходим с инста, на роге висит бой, босс идет к нему, выходи с инста, все выходим с инста. А, наверное, люди не слушают Диси, придется написать объявление рейду. Выходим с инста. У тебя язык смени. Сижу. Да, блять, пока я буду язык менять. Выходим с инста, рога. Reason, Revist. Выйдите, чтоб скинулся бой. Я над вами лечу. Давным-давно. Так, Рога еще не вышел. Я всегда тут фактически, чтобы не ломали какие-то придурки. Все, Рога вышел, пошли в инс теперь. Так, уважаемые маги и совы, у вас по 3 штуки и даваки. Поставьте на единичку такие скиллы, как Град Стрел, Снежная Буря, по-английски Blizzard, и Гроза. Поставьте их на единичку, и когда появится фиолетовая руна, дайте туда эти скиллы. Еще в этой фиолетовой руне давакин кинь каток. Вот, ничего сложного нету. У мобов там по 2000 хп. От них и от портала надо убегать. Всем остальным. Сложно. Ну, по 30. Какая разница, если у вас 7 рыл, у вас вы 30 тысяч хп снесете за 0,2 секунды. А если какой-то ДК еще туда лужу кинет, ну, может я дотянусь, может нет, не знаю. Если мобы будут доходить, маги, примораживайте их к полу. Также каток разливайте и откидывалка, если есть у кого, можно тоже нажать. Если будут мобы до вас доходить, они взрываются как духи на леди. Также шотуют весь рейд, вы это уже видели. Поэтому надо от них убегать. Как только они закончатся, можно дальше бить босса. Четыре пала, кто с вас что дает? Каск. Кто кулак дает? Тут уже в разных бой набафали. Палы, кто дает кулак? Кулаки и кресты рарные. Вы что, как это кулаки и кресты, блять? Вы что, сука, накурились или что? Я не понимаю, почему так? Лингром хупротик. И что, у вас четверо, блять? А другой ехать, а что? Ну так сделайте так, чтобы было нормально, блядь, а не эта залупа. Чтобы люди не писали, нахуй, не спамили. Кулак, вас четверо, блядь. Как будто вам похуй, я хуй знает. Ну, играйте нормально, все это будет проноситься легко. Я понял, блядь, включили паровозы, блядь. Ясно, нахуй, сами их и слушайте, блядь. Обсуждаем Бен Стиль. Спалился. Так, скоро фиолетовая руна, вот синяя, появилась под большим. Выводи большого из нее. Красный щит со среднего, ага. Потом большого бейте. Форма.
синяя лужа, выводи. Щит спиздите. Проведи еще. Все, пока хуярим. Да дайте Геру, может даже до руны успеем залить. Там 10 лямов всего. Там до руны дохуя еще. Сейчас зеленая с фиолетовой будет. Сейчас разбегитесь на рейндж. С фиолетовой будет скоро. Ой, блядь, зеленая синий. Все, кинулось. Вот руна. Нет, призыва. Вот призыва, от нее бежим. Уебываем отсюда. Бежим, бежим, бежим. Ауе туда давайте. Не подпускайте мобов. Убегаем. Вот, нормально. Прям в эту руну. Примораживайте. Понятно, блядь. Не понимаете, да, что надо приморозить, убежать, блядь. Еще руна призыва, бежим. Бежим, бежим от нее. А где она? Оно и в текстуры, наверное. Ну это, нет, сбили каст. А, можно было сбить? Да? Ну да. Чего же вы не сбивали-то? Вот, оказывается, еще проще все. Оказывается, еще даже каз сбивается. Я не говори. Там щит надо успеть сбить просто. Спиздить. Его уже пиздишь. Просто спиздишь магом и все. Кому надо диск? Кто будет делать квесты? Так, давай рарнику. Давай на ролл. Нихуя. Сказал и заролил. Все. Читер. Не, просто очень сильно хотел. Я говорю, читер. Так, ну сейчас этого рукастого ебанем. Потом что там дальше посмотрим. Попозже нам, сейчас пока никогда обмен кидать. Потом побегаем по сугробам, да? Три печати сдам пока. Бран Бон за борот, нахуй, вообще отжигает, да? Я покажу тебе, говорит, доступ, глупая железяка, блядь. Прикинь, если бы мы так в инст приходили, ну такой, только 230-й после урлы пришел, открывают там целка гер, допустим. Хуяк такой заходишь, нужен доступ, блядь, я тебе покажу доступ, блядь, хуяк зашел, блядь. Хуяк шем собрал, блядь, сразу. Выбил, блядь, вечный холод. Со скелета с первого. Ё, блядь. С кабанчика. Сразу игру вырубаешь, потом, блядь, удаляешь, ну. Жизнь удалась, да? Угу. И пивко открывается еще. Так. Что там? И пивко холодник, и к нему еще и рыбка, да? Так, ачивку надо, да, делать? А, нет, что-то неохота ачивки делать. Что тебе дать надо? Кожа, кольчуга. Какая гадость. Рыба, пиво, блядь. Вот эту хуйню только вкус портить. Почему это гадость? Да? Ну, потому что это СССРовское, только оттуда пошло. Потому что пиво было говняное. И, блядь, безвкусное, горькое. И только рыба это могла перебить вот это сушеное. Не, я не люблю сушеное пиво, я люблю красненькую, копченую. Ну, красненькую, да, это хорошо. Губа не дура, а если дура, то не губа. Ну, конечно, а ты что хотел? Вон тебе, довольствуйся тем, что есть. Ну, и мандаринки, говорит, пожирай справа-слева, да? Да-да. Так, ну давай, попробуем, наверное, бить только туловище, называть с распростертыми объятиями. Давай попьем.
Интересно, а дамаг этой хуйни делится на двух танков или нет? Не знаю. И ну то, что броня снижена будет, наверное, лучше будет перетаунчивать в стаках на трех, наверное. Сейчас уже на 50% снижено. Скажешь. Побейте руку, которая трех людей схватила, иначе они задохнутся там. Все, бейте туловище дальше. Только без АОЕ, руку не бейте. Если убьете руку, придется мобов бить, или они вайпнут рейд. Через 15 секунд спадет с меня дебаф, я заберу. Да, наверное, еще руку подбейте. Шектор в руке, наверное, сейчас сляжем от недохила. Все. Что там у руки? 25%. Так, все, заберу по танчу, короче. Бидон, наверное, словил взгляд. Еще взгляд идет. Рука падает ли правая? Ну что ж, придется тогда руки заливать. Ничего не поделаешь. А, понятно. Так, осколок по-прежнему не выпадает. Вот, сука, вот действительно они так сделали, чтобы, блядь, люди донатили просто. Хотя бы, блядь, один за проход, а то хули мы тут раз прошли. Ну, не все глазки, конечно. Калагарно, он редко падает. О, идет. Надо убивать, чтобы 100% падал. Че, здесь ее убьем, да, сейчас. Че, подожди, там два моба. Так они нам не помешают. Это она что, сразу с семью кошками, блядь, идет или что там? Ну да, не помешают. Помешают. Нет, это не бейте их сейчас. Да наверх и поднять сразу туда. У нас с четырьмя идет, с защитниками там или стражами. Хорош. Ваншот ванки. Пошли пока на хадиру тогда. Хули стоять. А с огромным только не бегайте. И как, вот так? Да челики кожу фармят, ничего, голды ж мало. Мы же не можем им запретить зарабатывать голду. Да. Слышишь, а прошлый раз Фрей, сумка Фрей не падала? Падала. Правее, блядь, иди. Вон они, блядь, гении. Вот они, блядь. Кто вот этот вот он? Холи Дринк. А вы спрашиваете, чё ж мы не в целка? Ну, наверное, потому что люди не понимают, что такое сугроб. Целка рано еще ходить. Надо, наверное, контент у льды заново пройти. Может, даже с быстрого старта попробовать начать персов сделать быстрого старта и фармить у льду. Может, тогда люди научатся играть. Да не, надо сначала это, Наксрамас научиться играть, а потом уже Эдуар. Наксрамас, ты чё, это супер сложно. Там же есть такой босс Хейган Нечестивый. Да, ну да, кстати. Любимый босс, я не знаю. Да, босс вообще очень супер сложный. Да, этот с полярностью тоже весело. Ну а с полярностью вообще там, бля. Если на Хейгане 300 IQ на год, то на этом... Миллион. Как его называют, этого босса забыл, блядь. Тадиус, по-моему. Тадиус, да.
Он сшит из трупов. Как Франкенштейн. Или зайти в красную метку на этом, блядь, на ласте, да? Ты специально подбежал туда? Да, челики пришли в инстреш побить вместо боссов. Не за полтора часа зачистить, а просто пришли проебаться здесь. Позаниматься хуйней 4 часа подряд. А вместо того, чтобы все четко делать, мы будем вот так вот развлекаться. Конечно. Представляете, какой будет противный старый дед, да? Я уже старый, блядь. Уже противный. Опять по КД будет. Я только хотел это сказать. Не, об этом если не говорить просто, что вы хуйню делаете. Вы так и будете делать. Ну, будете считать еще, что это круто, интересно, нормально. Что это правильно. Да, что даже правильно. Некоторые так и считают, наверное. Вот челики пришли на РТ и офаются. Откуда комбат? Так, что у нас там есть? Комбат, ну, наверное, как Синтек, да. Синтек запустил. А вон идет, ну. Ползет. Синтек, на Синтека бежит. Блядь. Я просто хилил. Ну, значит, на тебя идет просто. Какой-то пидор, значит, запустил сугроб и на Синтека бедного идет этот моб. Потому что Синтек. Ты перенаправление дал, да? Да. Нет, потому что я хилил. Когда хилил, там тоже игру повышается. Вот так вот. Мэтфокс, ты сдох и решил полежать там, да, наверное? Бля, я его только резнул, он вышел из тела, ебать. Так, интересно, пробежит ли Рарник через туннель? Лингрен его встречает, он смотрит на него глазами, их взгляды соединяются. Рарник оббегает героически один сугроб. Лингрен смотрит на него и думает, какой же этот чувак крутой. Да. А потом они встречаются в крепких рукопожатиях. Тебе надо спорт комментировать. Друг друга. Так я уже комментирую, блядь, только это не спорт, блядь. Бокс там какой-нибудь. Я уже, блядь, комментирую. Короче, на этом боссе надо сначала вспышкой бить. Ладно, вы там постойте, я начну сам тогда, наверное. А, вот я, видите, бью как. Я стараюсь изо всех сил. Вот. Надо постоянно прыгать на этом боссе вот так. Вот прямо вот так. Ну или ходить. Или ходить. Можно еще бегать. Можно ходить, конечно. Выключить бег и ходить просто. Но еще сверху с неба падают сосульки. Вот появилась надпись. Грозовая тучка. Надо подойти к нему. Чтобы увеличить свой шанс крита. Must dispel. Не, must dispel нету, к сожалению. У нас нету. Вот встаем в белый столб света. Там повышается скорость атаки. Я набираю больше агро. Но Биг Дэм меня хочет догнать. Сука, появилась сосулька, надо выйти оттуда. Убегаем. Да. Появился столб света. Биг Дэм стаунтил. Я стаунчу обратно. Стою в боесвет и дамажу, что есть сил. Эх. Получили какую-то ачиву. Так, подведу к белому столбу. Так, Рарник. Дамма сейф. Блять, пока еще не накопилось. Выходим с большой белой лужи. Встаем 5 метров от нее. Падает сугроб. Заходим сюда, на сугроб. И... Кто же нуб? Да, кто-то сдох, да? Нет. Выпрыгну с сосульки. Так, посмотрим сундук с Волониром. Сундук с Волониром. Слева неактивный. Неактивный. Ну, не совсем охренеть. Ура! Сука! Ебать! Шектор, нихуя! Это первый? Нихуя себе! Аллилуйя, блядь! Это первый. Это все было не зря, да? Это первый? Это не второй уже. А, второй не. Ну, мы как-то ходили давно. Так, через год накопится потихонечку. На туре, блядь. Ой. Чего? Дай плечи с Калагарна там с черепами. Бля, какой дай, давай ролить. Скалагарна с черепами, а я не помню. Да. Так, на рогу это кому? Это, наверное. Бьем его. Какой на рогу? Он его на этот. Кожа идет от руля. Бля, убежал. А я кому-то плечи отдал, вот эти, которые кожаные, да? В смысле, ты их отдал? Ролить надо было, блядь. Да, я кому-то было. Я кому-то отдал в обмен. Которые вы имеете в виду с такими полосками, да, как в Толгороде. Да, 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 да. Ну, короче, это вон у этого у злобного дурля. Он пишет. ГП ему ГП начисляет за это. Ну, да, хотите. Хотите же поролить их, алё. Хотите, рольте, ну.
Он один обмен кинул, я ему ебанул их, и все. Кидаем ролл. Вот 80. Так, сейчас. Я теперь все Кагер так буду делать. Кинул ролл это, и все, обмен. Давай шмок. Вот. Топа, ты кинул? Давай, ладно, пускай он их натаскает. Давай, дрыщи. Да они бесполезны, ну, вот эти плечи. У меня все получается, я выиграл. О, на меня моп идет. У меня 93 так-то. Ультрадру, да, там. Ну ладно, ультрадру выиграл. Пусть с ним. А зачем вам этот танцмут? Вы что, блять, модницы, что ли? Ну хоть что-то надо поиметь. Ну так-то да, блять. Ну да, вас имеет. А не вы ее. Милики, отойдите, милики. Нет, господи, сейчас будет вайп. Смотри, вырос моб, сейчас он меня убьет. Нет, не успел. Нет, сын не убьет. Не успел. А, тут жаль. Же кошатница живая, да? А хули мы бежим? Где она, кстати? Она сейчас сюда пойдет. Она в другом конце. Она сюда должна пойти. Че, ее на чего ебашим? Она вон она идет, кстати. Давай здесь ее заебашим. На чего сделаем? Или где? Или может вот здесь сверху начнем ее ебашить? На какую, кошек не бить или наоборот всех убить? Короче, вот это. Наверное, которых типа всех не бить. Вот тут вот спрячьтесь, вот тут, короче. Вот тут встаньте. Сейчас кошки сверху спустятся, вы их там, смотрите, не уешьте, напуливайте на войда. Ты, короче, мне дай каплю, и все 50 на 50. И, ну, короче, пиздец, все прожимайте, там все прожимки. На сейвы. У меня стаков, кстати, нету, надо их набить еще. Т4 дать. Скоро босс запустится. Так, босс запустился. Можно разделить тогда часовых и ее. Зачем? А уешьте мелких. Мы не делаем ачивку, мы просто убиваем. А уешьте мелких. 4 мелких моба, их надо убить. Они пока вчетвером. Пиздец, 2 танка не могут затанчить, все ясно. Это просто на пула не было на самом деле. Ничего. Да. Не, про то, что нельзя типа подержать 3 кошки всего, пока не убьем. Там не 3. Ну я понимаю, что их потом будет чуть больше, но что, не может подержать? Все ясно. Ну так, если что, этот каз сбивать надо, тотемы трепета там поставьте и сбивайте. Либо я разберсерка варда жмет и собьет. Зуботычин. Вот сейчас появится кошка. В принципе, зальем ее, потом гос уже добьем. Так, появилась лужа, выйдем с нее. Вставайте, подъебало. Кошка появилась новая. Берегитесь. Да все, босса, играйте, да все. Сычка. Давай, Войд, соло, Войд, давай, и блядь, ебаш его. 65к, 45, 35. Ебать. 15, 10. Берегитесь. 7000, давай, Войд, блядь, пиздец, какие бичи, боже мой, да.
Ну все, можно расходиться, короче. Все, всем спасибо, всем пока. Да. Да просто кое-кто играть не хочет, вот и все. Хули. Шем, это ж цель жизни, блять. Шем собираешь там дальше, ульда нахуй не нужна. Да. Называется прошел игру, да? Да ладно, Войд, соберем когда-нибудь тебе шем. Да ко мне нахуй шем. Танчить будешь. Игру пройдешь. Да здесь ждем, куда тут же. Обвалившийся калерий. Что-то даже не видно, чтобы кто-то заходил. В Геру-то никто не заходит больше. Так, треплёха. 37 человек онлайна. Там какие-то 240-е челики, 220-е вон. Либо и зайти. Да. Вот Рилли, например, в грозовой гряде. Вставайте за угол, вот сюда, быстрее. Разведите часовых и бабу. Понимаю. Вы не бейте, пока агро танки не набрали. Заебали у меня ради чего. Все, Вадикон резь не злобного, призан вставай, а злобный седжу резнешь. Не, призан вставал. Тогда Мэтт Фокс резь призана. Ну и... Так, удар часового, наверное, надо сбить, да? Или не надо? Давайте Геру. Появится моб, а вон два хила нету. Если что, боб по синтеку, по себе бабл шектор дашь. А че, его залили моба уже? Что-то не вижу. Да, а вон выходим из лужи. Лужи. Встаем под ебало. Следим за полом, да? Эх, пуха, который раньше я бегал и мечтал. Зубило, блять, ну и пуха. Дробящая можно было РП собр сразу рейтинг очень высокий набрать. Потому что она, видишь, дробяшка, левая рука. Бидон тоже куда-то офнулся. Думал, нахуй это надо. И офнулся. Он сказал, у него свет отрубили, заходит или что-то такое. Санаториума, да?